Всем доброго утра, воскресенье. Ну а мы уже в центре Волгограда приехали с Алиночки в нашу любимую шестую лавочку. Ой, к деньгам, Ксения! Ну, к деньгам! Волга. Вот наша лавочка, шестое чувство. Мы здесь покупаем всегда свечки для очищения. Всю вот эту атрибутику, которую я очень люблю. Ну, это сувениры для туристов. А вот здесь начинается вся наша магия. Может, на аллее героев можете приходить и выбирать все, что вам нужно. Всякие. Вот наша Ксенечка любимая. Да. Одна неизменная. Незаменимая. Ну почему же? У меня есть Дашенька. Ну, Дашенька, это твой помощник. В общем, все всяко разное и очень-очень много. Все магические. Конечно. Вот мы что выбрали? Вот такую подставку в офис для денежных свечей. Очень красивая. Вот эти свечки я покупаю постоянно, они у меня в офисе. И вот тоже такие всякие. А это что у нас, Ксенечка, скажи? Плодородие дикое, женское. Можно поставить на алтарь и поклоняться женским ипостасям. Да. Благодарить их. У меня есть алтарь дома, так что все поставим. Ловцы снов. Ну, торговый центр уже весь украшен почти. Красота в золоте вообще неописуемая. Ну, а мы яблоко. Девчонки, ну распродажа вообще. И товары первой необходимости. Патчи, гели, маски. Вообще за бесценок. Все за бесценок просто. Поет вон все, что хочешь. И кисти, и тонеры, и пенки. Ну, это мелочевка совсем. Но в плане масок это вообще и на наши сейчас маски, которые овал лица подтягивают, скидка. Ну, это просто. А вот эта линейка для себя, которых я открыла, гели для душа. Здесь вообще и шампуни, и бальзамы, и мицеллярная вода. В общем, полная линейка этой фирмы. Очень классно. Вон все по 45 минус процентов. И масла. Все, что хочешь. Вон, девчонки, бомбочки. Кто любит принимать ванну долго, лежать в ванне? По 91 рублю. Наши нефтяные баночки, как сестра моя называет. Полный спектр. Раньше мы только на Невском могли купить и увидеть такое изобилие в Питере этих нефтяных баночек. А сейчас вон, смотрите. За красота, но ведь красиво. Я пополнила немножечко коллекцию своей библиотеки. Прям удивлена, что у них есть. А что это не маркет какой-то новогодний? Есть те книги, которых у меня нету. Прям радуюсь, иду. Ой, ну красиво. Пойдем пообедаем мы в наш любимый Скузи. Уютно у них здесь. Только нету, к сожалению, места около окошечка, где мы вон там сидим всегда, на предпоследнем столике. Так душевненько у них все равно. Люблю я такие вот лимонадики у них. Я взяла базилик и огурец, а у Алиночки обычный мохито. К сожалению, не было в золотом яблоке мыло для бровей, которое я очень хотела. И не было еще несколько кушона, который я хотела, хайлайтера. И глиттер, конечно, мне тоже очень жесткий. Правильно мне Алиночка подсказала, поэтому без некоторых покупок все равно не ушли. Ну, сейчас поедим и пойдем дальше. Так, ну вот принесли суп бриски. Сливочный сыр с морепродуктами. У Алиночки цезарь с креветками.
паста с лососем и чуть-чуть икорочки. Тоже в сливочном соусе. У Алиночки паста с белыми грибами. Всем добрый вечер еще раз. Сейчас попробую. Так, мои дорогие, сегодня я работала. Люди у меня сегодня опоздали. Не попала я сегодня на педикюр. В общем, день пошел сразу не по плану, но ничего. В среди недели я, думаю, выберу время, ну, потому что работа важнее и ничего я отменить не могла. У нас льет дождь, мы с Алинкой в любом случае поехали в Волгоград, так как ей нужно было собрать подарок, да, бьюти-бокс и все. Нам нужно было золотое яблоко, его Adidas не надо было. Ну, в общем, сегодня единственный день, когда перед отпуском, у меня скоро отпуск, я могла еще промотнуться. Ну и, конечно, мы любим вот эту вот лавку «Шестое чувство». Очень давно я туда езжу, только там покупаю всякие свечи себе в офис для денежных энергий и все остальное. И постоянно там у Ксенечки какие-то есть новинки. Вот, сейчас вам покажу, что из новинок купила в этот раз. Так, ну вот такие денежные свечечки у меня есть всегда. Только они побольше были масштабом. Они с руной. Вот такие я жгу в офисе денежные свечечки. У меня всегда очень много палочек. Я вообще люблю все эти энергии. Я очень верю и знаю, про что я говорю. Вот, в форме пирамидки взяла. Так, дальше. Вот такие денежные свечки тоже зеленого цвета. Масляные. Потом появились вот такие вот бутылочки. Свечечки, бутылочки. Тоже буду жечь. Классные, золотые. Это из новинок. Вот такие у меня всегда в офисе свечки. А сейчас еще появились вот такие маленькие феху свечечки. У кого есть свой бизнес, то у девчонок обязательно всегда есть такие и свечки, и палочки благовония. Потом купила вот такой белый шафран. Вот такой белый шафран. Сейчас покажу вам. Чуть-чуть надо для очистки, для хорошей ауры, скажем так. Вот такой белый американский с Калифорнии шафран. Он такой немножечко вонюченький. Такой сильно-сильно травяной. Его надо чуть-чуть пожечь. И все. Spirit Rituals. Белый шафран. Вот такой, где увидите, берите. Замечательный эффект просто от него. Так, ну это я купила для своего алтаря дома. У меня есть алтарь, я вам его показывала. Наташа, что мне дарила страх в прошлом году, вот этого Будду огромного. Потом я покупала там фортуну. И вот теперь такие три стихии новые у меня будут там стоять. Ее можно жечь, можно не жечь, эту свечку. Вот видите? Просто наишикарнейшая свеча. Для того, чтобы было еще все лучше, чем есть. Так, новые свечки для исполнения желаний. Вот такие вот оранжевые. Ну, золотые, это, как всегда, для благополучия, для всего. В офис я взяла еще вот такую подставку, новинка у них. Вы понимаете, да, что все в золоте, все, что мне нравится. Стиль такой. Такие новые благовония. Десять штук. Я, к сожалению, забыла, она мне называла, как она называется, правильно, вот здесь по латыни, вы можете прочитать. Радиха Разбинари, Разбихари, номер 2. Ну, такой мускусный, мускусный такой аромат. Так, ну это свечечки мне я вам показала. Ну и вот такие свечи еще, которые восковые свечи с травами. Ой, там такой запах обалденный от них. Вот зажигаешь и просто пахнет лесом. Прям вот лесом настоящим вообще. Ну, классные свечки. У меня в офисе, я же вам раньше показывала, но всегда есть. И вот такая какая-то новинка для новых возможностей. Для того, чтобы какая-то новая идея пришла, чтобы она быстрее реализовалась. Вот именно такая хвощевая эта свечка. Так, дальше. Из новинок шестого чувства все. А, ну вот такую подставку я еще купила.
для вот таких свечей. Очень удобненько. Такая раз. И стекает все сразу сюда. Все, потом все эти остатки от свечей надо обязательно выкидывать под дерево с сахарком. Воск, который остается, его обязательно нужно утилизировать под дерево. Так, ну эти пакетики я оставлю. Вообще они так сильно пахнут. Наверное, я их выкину. Так, ну потом сложу, отнесу в офис. Если не уместится. Но вот это мне вообще нравится. Ну как вот подставочка под благовоние. Смотрите, какая красивая. В Новый год у меня новая подставочка. Так, ну и поехали по нашим небольшим покупочкам, которые мы сделали в золотом яблоке. Мы взяли вот такие вот свечи. О, свечи. Мы взяли вот такие салфетки для кисточек, для очищения кистей с бергамотом. Ну, какая-то у них такая вот пропитка, что очень хорошо притягивает к себе состав на салфеточке остатки декоративной косметики. Ну вот будем пробовать. Алин, дай мне, пожалуйста, любую одну мою эту свечку. Господи, что же у меня в голове свечки? Кисточку. Ну вот эта вот кисточка у меня для свежести такой, когда я чуть-чуть так. Либо персиковым цветом, либо каким. Вот видите? Ну девчонки-консультанши сказали мне о том, что да, вот замечательные вообще. Состав, пропитка. Не знаю, может, мицеллярная водичка с чем-то. Так она мне не объяснила. Ну, в общем, обращайте внимание, сейчас они там по распродаже. Эти салфетки. Make Up Brush Cleansing Wipes Bergamot. По 300 с чем-то рублей. По 300 с чем-то, да, Лен? Я не знаю. Сейчас я скажу точно, сколько они стоят. 800, по-моему. Давай, сейчас. $883. Да, 100 штук. Здесь 883 рубля. А стоили они 1000 с чем-то. Ну, 100 штук, представьте, насколько хватит на год. Вот, два раза я промокнула в салфетку. И абсолютно чистая кисточка. Видите? То есть плюсик можно брать. Дальше. Это нам дали подарок. Маска тканевая. 24 часа. Чего-то там. Надо прочитать мне. Ну, а здесь ничего нет на русском языке. На, котеночка, прочитай. Скажи нам, пожалуйста, от чего это или для чего это. Масочка. Так, ну это нам дали подарок. Что у нас в пробниках? Dior Home. Такой у нас есть, мы знаем. Дальше. Герлен. По распродаже я взяла себе мою любимую основу под макияж. У меня раньше была такая золотистая основа, а теперь я взяла просто как базу под макияж. Она абсолютно бесцветная. Не придает сияния. То есть она матирует. Ой, ну Герлен это Герлен, конечно. Это довольно таки далеко не новое у них средство. Девчонки, наверняка очень многие знают про него. Бегите, кому нужно. Сейчас в золотом яблоке распродажи. И обратите внимание на распродажу, которую я сняла из товаров первой необходимости, что они выкинули, и Пайоты, и что они только там не выкинули вообще за бесценок. По 70% скидка там сейчас. Так, Алиночка из этой же серии, как и салфетки, взяла очищающий спрей. Это для чего, Алина? Для кисточек. Тоже для кисточек. Экспресс. Очиститель в виде спрея с маслом бергамота и антибактериальным эффектом для макияжных кистей. Так, ну это все подарки. Герлен за то, что я купила базу под макияж, подарила мне восстанавливающую сыворотку для кожи вокруг глаз, пробнички и восстанавливающая сыворотка для лица двойного действия. Все. Эти ребята поедут со мной.
Абель Рояль. Вот такая у них сейчас серия. Кстати, вот в прошлый раз нам давали эту фирму с афродизиаками, да? И сейчас нам дали другой пробник, бергамот. Вот эта фирма Essential Parfums. Бергамот. Девчонки, запоминайте. Я вот так когда показываю, отсвечивает очень. Питательная. Просто питательная? Да. Парфюм обалденный. Просто. Так, значит, масочку нам подарили просто питательную. Подарок. Дальше. Из этой же серии Guerlain мне подарили пробничек тоже чего-то. Крем. Витамина С увлажняющий. Я когда просматриваю ролики, там не видно. Значит, Сисли мне дали умывалку для снятия макияжа. Потом. Почему я так все падаю? Марк Бартон. Бакстон. Марк Бартон, это психолог. Марк Бакстон выпустила линейку своих парфюмов. Ну, может быть, они и давно есть для меня. Я не знала этой марки, только узнала. У нас есть такой аромат. Вот унисекс. Марк Бакстон эмоция. Вот здесь у него перечислены все ароматы, которые у него есть. Вот название. И еще в пробник нам дали черный ангел. Называется. Но... Вроде мое, вроде не мое, не пойму. Так, ну это мисс Диор. Аленочка купила себе хайлайтеры. Нам дали. Пробничек парфюма. Дальше, значит, Art Visage Miracle Touch. Консилер у них по распродаже. По 200 рублей, по-моему. Art Visage. Они очень плотные. Они очень хорошо ложатся и очень хорошо матируют. Прям и освежают, и осветляют, и матируют. Прям классно. Поет. Поет это гигиеничка. Я люблю. Пахнет медом. Медный запах такой. Тоже по распродаже около 300 что ли, рублей там. Гигиеничка. Маски по распродаже наши. По 280 рублей. За место 400. Нет у них там несколько. А, мыло для бровей я хотела взять. Только в интернет-магазине можно. И что еще один в интернет-магазине можно было взять? В общем, несколько наименований, которые я хотела купить по распродаже. Смотрела их я в приложении золотого яблока. Их нету в наличии, только в интернет-магазине. Еще Алине Дайсон надо было купить систему. А, Ксения забрала же? Тоже через заказ только. В наличии нет. Так, потом. Хайлайтеры фирмы Revolution. Бюджетненькая. Такие коробочки. И вот она не тот, не там. Не, я другой показывала. Ну, ошиблась, девчонка. А я еще смотрела на коробку, там почему здесь три цвета? Я выбрала же двойной цвет. А это, видите, не нужно. Ну, ничего, вымажу. Главное, он блеск будет придавать. Там их штук 7 или 8 таких разных цветов представлено в линейке цветов. Да блестит. Блестит, пойдет. Так. Вот Сисли по распродаже консилер. Сисли вообще крутая марка. Но вот крем для губ и для глаз мне вообще не понравился. Ужаснейший. А это стик кушон, ну, консилер. Бешеная скидка на него просто. На Сисли, как на Шанель, бывает очень редко скидки. Ну и сыворотки. Вот эти всем известные рыбки. Fragrance Free фирма. Сейчас Элизабет Арден на рыбки, на эти скидка в золотом яблоке. И вот на эту фирму. Но консультант сказал, что, конечно, лучше взять
и Кукинг. Вот этот. Фирмы Кукинг. Вот такие рыбки. Так одно берешь, вскрываешь сывороточку на ручку и на лицо на ночь. Можно с утра, можно на ночь. Они вообще... Алина, что ты сделала? Ты много выдавила? Пахнет как-то невкусно. Вот он какой цвет. Как невкусно, очень вкусно пахнет. Сисли. И вот эти рыбки. Обращайте внимание, что сейчас вот эту фирму, которая стоит около 6000 рублей, вы можете приобрести за 3. И вам хватит на сколько дней? Сколько здесь рыбок? 60 капсул на 60 дней, на 2 месяца. Тем более, если вы каждый день пользуетесь разным, как я, кремом. Я никогда не пользуюсь каждый день одним и тем же кремом. Ни тональником, ни увлажнением, ни масками, ничем. У меня каждый день разный. Поэтому это вообще на очень долго хватит. Вот, потом мыло для бровей не было. Еще что-то у меня там было выписано. Они же каждую неделю обновляют супер скидки, которые в приложении. Вот от того, что Алиночке надо было ехать собирать подарок, заодно я посмотрела вот эти все штучки по распродаже. В общем, я сегодня купила столько наименований всего. И у меня получилось, что если бы я все это брала за полную цену, то есть сейчас хорошую качественную косметику можно покупать очень-очень недорого. Главное знать, что там сейчас есть и как. Поэтому я вам всегда с удовольствием это показываю. Это вот эта вот фирма Revolution. Это очень бюджетная фирма, но очень бюджетная, 300 или с чем-то рублей. Поет уже тоже бюджетненькая фирма, да, если она идет по распродаже. Ну, вообще, вы купили вот это вот за несколько сотен рублей. Вам, если она у вас одна, вам вообще на год хватит. Дальше. Art Visage, она всегда была доступной фирмой. Тоже там что-то 300 рублей. Или сколько-то. Но качество. Вот, например, крем, который Catrice за 500 рублей. Он лежит лучше, чем Estée Lauder. Бывают такие в бюджетных марках средства, которые намного круче, чем мы переплачиваем за бренд. Поэтому я никогда не была привязана ни к одному бренду. Бывают девчонки, которые пользуются только одним брендом. Но это не про меня. У меня много всего и все абсолютно разное. Так, вот думаю, сейчас надо варить харчо, буду ли я его варить или нет. Сейчас обсужу с мамой. Так что вот этот герлен тоже по скидке, вообще побешеный. Его тоже очень надолго хватит. То есть вот это же все очень недорого. А все остальное, что я вам показывала, это подарки, которые мы очень любим. Вот и все, вот весь наш день. Поэтому кто с Волгограда? Кто любит все вот эти аюрведические штучки по поводу благовоний, свечек, всяких амулетиков, атрибутиков, вам всем нужно ваше шестое чувство. Ассортимент постоянно меняется, ассортимент всегда растет за счет своих новинок, красивых новинок, полезных новинок. Поэтому все в шестое чувство. Ну, и, конечно, нам, девочкам, золотое яблоко, без него не жить. На сегодня это все, мои любимые. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. Завтра будет новый день и новое видео. До завтра.